Апрель 1740 года. Активная фаза строительства плотины Барнаульского медисереброплавильного завода. Это важнейшее инженерное сооружение, без которого работа предприятия была бы невозможна. Сила воды заставляла работать кузнечные меха, которые непрерывно нагоняли воздух в печи, создавая температуру, необходимую для выплавки металла. В 1793 году наводнение частично размыло плотину, после чего ее перестроили и укрепили. Сегодня то, что от нее осталось, это самое древнее в Барнауле промышленное строение. В апреле 1794 года на месте обветшалой и разобранной деревянной заводской аптеки построено новое каменное здание по проекту Молчанова. Большую ее часть занимало жилье провизора. Свою аптечную роль здание выполняло долгие годы, несмотря на все смены власти в стране. Сегодня здесь располагается музей аптечного дела на Алтае.